Дорогие друзья, прежде чем начать наш вечер, я попрошу отключить всех мобильные телефоны. Итак, добрый вечер, и он действительно сегодня добрый, потому что праздничный вечер. И об этом и говорит только что прозвучавшая музыка. Рождественская песня композитора Красильникова. Здесь, кажется, звучит сказка, она волшебная. И кажется, что танцуют ангелы. И все говорит и напоминает нам о том, что пришло Рождество, один из самых главных православных праздников. И мы вас поздравляем с праздниками, Новым годом, Рождеством Христовым. Желаем вам благополучия, семейного счастья, радости, тепла, добра, любви.